Привет, сегодня приготовим казан-кабаб. Наливаем масло и добавляем мясо. Чистим картошку. Режем полосками, как показано на видео. Вот так вот должно получиться. Включаем огонь и вставляем кастрюлю. Наливаем масло. Моем картошку. И отправляем в кастрюлю. А теперь время лука. Чистим лук. И режем, как показано на видео. А отправляем в кастрюлю. Режем помидоры. И это тоже отправляем в кастрюлю. Соль. Перец. Итальянская трава. Китайский соль. Соевый соус. Все помогает сделать еду повкуснее. Перемешиваем. Вот такая вкуснота у нас получается. Открываем крышкой. Пока это все приготавливается, режем лук. И моем, конечно. Режем укроп. Добавляем к луку. Наливаем уксус. Хорошенько перемешиваем. Вот и приготовилась наша картошка фри. Солим картошку. Вау, и мяско наше приготовилось. Добавляем вот так вот к нашей картошке. Сверху луком. Всем приятного аппетита!